Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует международная компания RS Property, застройщик и лучшее агентство недвижимости по всей Турции. А почему мы лучшие, вы сможете узнать, перейти по ссылке в описании видео. Сегодня мы с вами приехали в район Хурма-Кони-Алты, город Анталия. Здесь я хочу познакомить вас с полностью меблированной квартирой, планировкой 1+1 и общей площадью 55 квадратных метров. Квартира находится в ухоженном благоустроенном комплексе, состоящем из трех жилых блоков. На территории комплекса имеется летний плавательный бассейн, тренажерный зал, сауна, а также круглосуточная охрана. Комплекс имеет очень удачное месторасположение относительно удобств городской инфраструктуры. Рядом с комплексом находятся автобусные остановки, также есть супермаркеты, всевозможные кафе, аптеки и многое другое. Расстояние до моря здесь составляет чуть больше 1,5 километра. На автобусе вы сможете доехать буквально за 5-7 минут. Сейчас мы с вами посмотрим нашу квартиру. Попасть в нее мы сможем прямо с территории комплекса, поскольку квартира у нас находится на нулевом этаже. Здесь у нас при входе в квартиру имеется балкон. И, собственно говоря, заходим в квартиру. Сейчас мы с вами находимся в гостиной нашей квартиры, которая совмещена с кухней открытого плана. Также справа от меня у нас располагается спальная комната, которую мы с вами посмотрим чуть позже. И здесь же у нас находится санузел с душевой кабиной. Что касается гостиной, то здесь у нас она меблирована очень уютно и, в принципе, интерьер квартиры создает особый уют. Гостиная у нас разделена на две зоны, и во второй части у нас находится как раз таки кухонная зона, которая очень компактная, небольшая, но при этом очень удобная, поскольку все находится под рукой. Здесь у нас установлен угловой комплект корпусной мебели, также имеется вся необходимая бытовая техника. Спальная комната, как и вся квартира, очень компактная и уютная. Из мебели здесь спокойно разместилось абсолютно все необходимое. Это комод, двуспальная кровать, также довольно-таки вместительный шкаф. И отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вся квартира оформлена в едином стиле, при этом вся мебель гармонично перекликается друг с другом. На этом наш обзор подошел к концу. Более подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте restproperty.ru. Данный объект находится под номером 5123. Если вам понравился данный видеообзор, обязательно ставьте нам лайки. А также в комментариях задавайте ваши вопросы, мы с радостью на них ответим. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик. Ну а я прощаюсь с вами, до скорых встреч!